Вряд ли кто-нибудь станет спорить с тем, что у нашего Витебска есть свое лицо. Как говорил поэт, лицо с необщим выражением. А для этого нужно прогуляться по тем местам, по которым ходили наши предшественники 100 и 200 лет назад. И постараться понять, кто были эти люди, которые чертили планы улиц, строили храмы, разбивали парки, прокладывали водопровод. И, наконец, кто первый увидел город с высоты птичьего полета. Давайте вместе совершим прогулки в прошлое.